Всем привет, дорогие зрители, с вами Мэтт Смайл, и мы продолжаем прохождение Palworld. Нам осталось тут не так уж много до 50-го левела, поэтому добьем его сегодня. Также отправимся еще на один запретный остров, посмотрим, какие там есть палы. Ну и, возможно, откроем еще одну из локаций. Не знаю только, что это будет, либо зима, либо пустыня. Так... А, кстати, у нас уже должны были там вылупиться кое-какие палы, я так понимаю, это у нас... Блин, а я уже не помню кто. Астигон вроде бы. А нет, это Орсерк. Это у нас Орсерк. Я одного вроде как раз-таки уже открывал, чтобы поставить его на этот... На рост. То есть Орсерк плюс Грисболт у нас должен получиться Астигон. Это тоже такой довольно-таки хороший пал. Блин, что-то мне вообще не нравится, что тут какие-то вылупляются они. Мистер Мускулс, свирепый. У нас вот тот, конечно, хороший, который первый вылупился. Так, сейчас вот даже глянем, что у него там по статам. Так, так, так. Вот он у нас. Свирепый, умелый бегун, мистер Мускул. Просто с первого раза сразу же попался хороший. То есть у него генерация энергии 4. Если у Грисболта вроде бы 3. Да, у него сразу 4. То есть один из топовых электрических палов. Так, 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 так. И вот у нас тут еще. Сколько уже там яиц у нас тут? Так, у нас пирожную... А, уже все. То есть, получается, уже все вылупились. Ну, значит, забираем их. Забираем. Так, нападение. Ну, нам нападения вообще не важны. Так, все. Грисболтов и этот Орсерков отсюда выкидываем. Просто их выкидываем. Они нам больше не нужны. Да. Так, 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 так. Сколько у нас здесь пирожных? 216. Ага. Так, слитки делаются, это хорошо, потому что нам нужно будет очень много сфер. Я тут немножечко их еще сделал. Нам вот, блин, добить бы уже 50 левел, чтобы полностью все вкачать. Так, ты чего тут? Ты чего тут прыгаешь? Так, дерево добывается, добывается. Камень добывается, добывается. Блин, камня вообще уже просто, блин, очень много. Здесь делается, все, отлично. Пшеница, ягоды. Так. Пшеницы тоже надо много. Очень-очень много. Да тут ягод уже, блин. Тьма тоже. Да, поставил там такой этот, чтобы кроватку установить. Так, что мне надо? Что мне надо? Я уже забыл, что я хотел. Здесь у нас вроде бы все сделано. Да, так, секунду. Так. Так, так, так. Сейчас вот. А вот здесь, я так понимаю, я не помню. Вот часть яиц я тогда вот этих, которые уже новые, Сорсерка и Грисболта. Вот тут уже, по идее, Астигоны должны быть. Или нет? Сейчас посмотрим. Нет, тоже Орсерк. Да ну. Я ж вроде ставил парочку яиц. Тоже Орсерк. А где Астигон? Я ж... Или это вот там те Астигоны? Тоже Орсерк. Да чё за... Да ну нафиг. Я ж вроде пару яиц брал и ставил. Вот, вот он. Астигон, отлично.
У него вроде как там добыча 3 или 4 есть. Но суть в том, то, что он ночной, то есть он может спокойно ночью ковырять там металл и тому подобное. Ну, конечно, сейчас они не прям такие топовые будут, потому что нужно будет попробовать как-то, я не знаю, даже поймать одного легендарного пала и уже пробовать скрещивать их и делать топовых, потому что там получается уже есть навык легенда, а навык легенда дает полностью все статы нужные, и скорость передвижения, и атаку, и защиту. И то есть в идеале вот свирепый мистер Мускул, потом как-то попробовать еще там покомбинировать и получить счастливого. И тогда вот легенда, и все, это просто идеально. Блин, 2 часа. Охренеть просто. Так, ладно, сфера у нас есть. Сейчас отправляемся на последний остров. А, сейчас заодно сразу посмотрим остигонов, есть ли у нас какие-нибудь хорошие тут. Есть ли у нас хорошие какие-нибудь остигоны? Так. Блин, ну вот тут уже места не так уж много, так. Что-то я вообще нормальных этих. Ну вот такой вот этот единственный, который мистер Мускул, свиреп, умелый бегун. Что у него тут за навыки? Грозовой удар, искры, ну такое, ладно. А где наши остигоны? Я не понял. А, они даже ниже Анубиса идут. Умелый бегун, свирепый, сила земли. Ну вот, он хорош тем, то, что у него, да, вот добыча ископаемых 4. Блин, только, конечно, еды тратит он много. И суть в том, то, что он ночной. То есть он может хреначить просто целый день. Ночью хреначит. Там, например, там рассудок упал, например, днем пошел, поспал, все, опа. Отправился дальше работать. Так, что у нас здесь? Херня. Ну, блин, нужен еще этот, еще один навык на атаку. Ну, хотя вот такого можно просто поставить, чтобы он, например, бегал здесь, что-то делал. Да. Потому что если мистер Мускул, он уже на базе работать не будет, потому что минус 50% скорость работы. Ну, ладно, в принципе, я доволен поначалу. Так. Нам нужно будет срочно добить этот. Так, эти уже сферки мне особо даже не нужны. У нас вот эти идут сейчас основные. Так, ой, зачем я сюда скинул этот? И это нам сюда не надо. Раз. Все. Теперь. А. У нас, по идее, все нормально. Это есть, это есть. Ну что, давайте тогда отправимся в этот. Что-то не мешало бы половить палов каких-нибудь. Блин, Джедрагон. Ну не, мы на него точно нападать не будем. Вот нам нужен кто-то есть. Типа Джедрагон. Где-то вот здесь есть Фросталион. И здесь еще есть этот Палладиус. И кто-то еще, Некромус вроде. Кого-то из них нам надо поймать и потом уже с ними комбинировать. Так, ну что, отправляемся тогда сюда. Нам надо как-то добраться до острова. Только я даже не помню, где он там находится. Я даже не помню, где он там находится. Где-то вот в той стороне. Нам в ту сторону надо сейчас. О, там башня. У нас, кстати, еще третья башня не пройдена. О, Судзаку. Ну-ка, стоять. Я хочу тебя поймать. Ох, тут несколько даже. Так, давайте отойдем чуть-чуть. Чтоб тот не сагрился.
Ну-ка, 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 давай, инферно, бам! Ты чё меня тут? Давай слезем, посмотрим, что ты кастанешь сейчас. Так, ты кастанул инферно, да? Так, стоп. Давай я тебя сейчас побью так. Ух ты, бля! Нет, тут уже, наверное, ультрасфера нужна. процентов. Ну, 15% это более-менее нормально еще. Хотя бы одного его надо поймать для коллекции. О, еще лидер заготовок. Ладно, нормально. Так. 49. Нам еще надо пол левела апнуть. И будем 50-е. Так, бази. А если сразу кинуть, сколько, блин, мало. Давайте попробуем так. Убьет их или нет? Зараза! Сейчас они меня еще раз хреначат, блин, может быть. О, 100%! Ай, ай, больно! Чё за молния? О, поймали. О, кстати, а давайте уже доловим до конца, блин. Да уж. Не, тут даже можно террасферу использовать. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не, никаких этих, блин. Ядовитых дождей тут. Да блин, за твоими крыльями ничего не видно. Сколько? 45, нормально. Ой, словишься хоть? А, сундучок, кстати. Райхаунд. Я не помню, у нас они есть. Мне кажется, можно ловить пока что этот. Стоять! Опа, почти убил. О, бля, надо его быстрее, чтобы он не сгорел. Чтобы не сгорел. Зараза, бля. Может реально сгореть. А, завершено? Все тогда. Тогда все. Больше нам не надо. А, ну да, мы ж выращивали пару штук. Мы пару штук вырастили. Поэтому они нам уже не нужны. Опа. А вот это надо. Вот это надо. Только главное его сейчас не убить. Ай, бля! Быстрее! Чтоб не сгорел! Чтобы не сгорел к хренам! Давай, ловись! Хорош! Только второй. А, первый у нас был там. Найтвинг, а что он здесь делает, блин? Что, высокоуровневая локация? Они тут тоже, что ли, есть? Так. Айхаунды уже не нужны, птички не нужны. Что-то тут очень много молниевых палов. О, ты нужен. Ну-ка. Так, только не убей, пожалуйста, его. Только не убей. Блин, зараза, сбросил меня. Зачем ты меня сбросил? Что, делать тебе нечего? Все отлично. Блин, еще тут он есть.
Ну они, блин, нам по-любому нужны. Причем за них нормально так опыта наваливают. По тридцатке, блин. Куда? В какую сторону, бля? Зараза. Так, нам нужно будет, наверное, даже пистолет убрать, скрафтить однозарядное ружье. У него вроде как раз-таки самый максимальный урон. Хоть перезарядка долгая, но... Это кто такой? Робин Вилтер. Первый раз такого вижу. Ой, бля, я его, скорее всего, убью сейчас. Что это природа. Да. Это природа. Ну, у нас такого вообще даже вроде как нету. процента, ну-ка. Давай, ловись. Да, это, по идее, у нас первый такой. 30%. Почему тот был 64, а это только 30? Так, что по опыту? Ох, еще чуть-чуть. А вот я вижу остров. Я вижу остров. Ой, вижу и телепорт как раз. Все, тогда туда сейчас летим. Ну, наверное, на этом острове мы как раз таки сейчас и добьем 50 левел. Вообще посмотрим, кто у нас там есть. Может, там какие-то новые палы есть, которых у нас еще нету. Голоден. Ну так покушай, что ли? Ты, блин, не любишь этот. Вон, на тебе, на, кушай, все. Покушал? Отлично, все, отправляемся. Ой, блин. Интересно даже, кто здесь. Если там мы на том острове, где там 40 плюс палы, мы Йормунтайтов нашли, Игнисов, которые нам очень сильно зашли. Которые мы даже до сих пор используем и будем использовать. Интересно, кто здесь будет. Так, сундучок. Может, души пала выпадут. Не, ну вот это мне не очень понравился. Финглоб. Так у нас есть уже финглоб. Так просто более низкого уровня. Давай попробуем его так сейчас. Промазали! Бля! Чё так больно? О, поймали. Инцинерит, ногт. Блин, зачем нам эти ногты? У нас они есть уже. Так, вижу мужичков. Их лучше не трогать. Все, мне тут сообщили, почему... Ну, вообще, погуглил, почему такая фигня сделана. То, что... Например, вдали там... Не прорисовывать сразу палы и тому подобное. Это сделано, чтобы уменьшить нагрузку на сервер. Так как можно сказать, если вот сейчас мы туда смотрим, там сейчас просто ничего не происходит. Просто ничего.
А когда мы подлетаем, только тогда там появляются палы и тому подобное. Так, что у нас там? Интересно, какие здесь будут ночные эти? Бля. Сундук прямо возле этих. Плохо. Так, кто у нас здесь? Почему здесь вы, блин? Там вы были, на том острове, на этом острове. Я думал, что-то новенькое здесь уже будет. Хотя надо ночи подождать. Может, ночью здесь кто-то будет новый. Ну, если нет, так значит нет. Что поделать? Как раз использовать. Использовать. Нарушение закона. Окей. Цветочки собираем. Их надо много. О, по два собирается. Их надо очень много. Блин, может кто-то другой сейчас появится? О, еще один финглоб. Давайте его еще раз поймаем. По идее, нормально. Бля, мы что, его убили? Зараза. Я не хотел этого. А вот есть еще один финглоб. Бля, и тут 45-й аж. Ни хрена себе у них тут уровень. Ну-ка, полет Феникса. Раз. Ну, этого уже точно не убьем. Ему вообще там хп не снесло практически. О, еще один финглоб. Гори, гори, ясно. Ух ты, бля. Не-не-не. 6%. Ой, бля, нашего Фалериса. Почти убили. Так. Нужна легендарная уже сфера. Легендарная сфера. И так мало процентов. Ни хрена себе. А как тогда ловить этих палов 50-го левела? Ну-ка. Давай. Бэм. Бля. Не, что-то слишком много урона. Ой, блин. Слишком много. Ну, кстати, я надеюсь, потом тоже вот это исправят, чтобы палы вот так вот, если ты отлетел, потом подлетел, и они опять поменялись. Надеюсь, потом это исправится все. Что это сверка на дереве прям делает? Ни хрена себе, щит сразу же сбил. Ладно, давай, кастани чего-нибудь в него. Ух ты, блядь! Ну. А, зачем я тут легендарную сферу использовал? Так, скоро там ночь. Блин, еще не скоро. Мне нужна уже ночь. Хочу посмотреть, какие здесь ночные палы есть. Все, поймали. Ой, блин, нам еще чуть-чуть и будет 50-й. Скоро 50-й уровень. Это замечательно. Так, сейчас чуть подобываем еще руды. И пойдем искать еще одного финглопа.
Там, по идее, одного, максимум двух еще надо. И максимальный уровень. И это хорошо. Так, не то, не то, не то. А куда эти делись? Опа. Опа. Валерис еще. Так вот, два штуки. 45-й, 40-й. Ну, давайте. 45-го. Ой, 40-го попробуем. Здесь не убьем. Отлично, так. Убираем маунта. Ой, бля, бежать! Бежать! Там дождь кислотный был. Ну, ну! Бля, Валерис еще что-то на нас сагрился. Ух ты! Ты чё, больной? Ты чё делаешь, блин? Уйди нахрен от меня. Всё. Нет, не хватило. А, финглоп и все. Финглоп и все, 10 штук есть. Обидно. За них уже опыта особо давать нам не будут. Блин, а что тут делать, что ли? Ждать, что ли? Давайте пока отправимся, там чуть полетаем, посмотрим, может тут что-то новое есть. Когда ночь начнется, просто сюда подлетим. Все равно открывать эту локацию надо. Яйцо. О. Серфентера. Ну-ка. Давай, раз, и полетели. Бам! Нет, нет, не умирать! Не умирать, я сказал! Да что за хрень, бля? Ловись! Не... Новый или нет? Или они у нас уже пойманы, я просто не помню. О, первый. Хорошо. Ветерки тут он использует. Не-не-не. Отлично. Блин, не хватило. Не хватило. Так, диктосы нам не нужны. Диктосы нам не нужны. Райберды нам тоже вроде как не нужны. Вроде бы нет. Надо кого-нибудь поинтереснее найти. О, опять вы. Ну давайте. Ханги у нас собраны. Я точно помню. Чего у вас тут столько много, блядь? Да уж. Ну давайте, раз так. Все, инферно. В кого попадем, в того попадем. Или вообще ни в кого не попали, блядь. Что за дичь? Ой, бля, там этот пулеметчик. И он на нас сагрился, да? Тут вообще... Нет, это там автоматчики обычные. Пофиг. Погнали.
Полетели, юху! Бля, и почему-то по одному только попал. Ну что за бред? Куда убегаешь? Взял, сбил, блядь. Ты чё делаешь? Ты чё творишь, блядь? Стоять. Какие тут камни, блин, разбрасываешься? Нельзя. На, подсраку. Не, ладно, будем ультрасфера. Я думаю, уже... В этих локациях нам нужны только либо ультра, либо легендарные. Все остальное просто бессмысленно. Опа, все. Долгожданный 50-й. Замечательно. Так, насад. Поем хп. Все, отлично. Ура! Наконец-то. Ты че хвостом меня лупишь? Не, ну ловить их все равно надо. Я хочу их каждого вида по 10 штук минимум. Куда ты убегаешь, блядь? Бегает он тут еще от меня. Какое-то мелкое яйцо. Нет. Дерево зачем у меня столько тут лежит? О, еще есть. Серфенты. И все сразу на этот, на съёбы. Сразу же все на съёбы дали. Еще в разные стороны, блин. Так, скоро ночь. И пойдем на остров. Да не убегай ты, блин, от меня. Зараза-то какая. Ладно, давай чуть-чуть. Ждем, чтобы он этот остановился. Придурок, бля. Вплотную просто не попал по нему. Как такое может быть, непонятно. Опа! Не ожидал такого. Тот еще выскользнул. Сюда иди. Да сколько можно, бля? Это предтоповая сфера. Какого-то хрена выскакиваешь из нее. Ты что, пришел посмотреть, что у вас тут это творится? Ну да, твоих братьев похерачили. Так, нужно еще. Этот и еще один. Ну какой же ты быстрый! Бегает он тут еще от меня. Все. Больше 70%. Попробую только выбраться. Еще один вот надо. Все. Так, не-не-не-не, никаких инферно, блядь.
Никаких инферно. Он должен словиться, все, улетаем нахрен. Уже как раз на остров. Все, 10. Что за? Зачем? Зачем? Ух! Так, а где он там? А вот. Так, ну значит нам нужно будет еще ультрасферы легендарных сделать. Либо просто сразу же делать легендарные и все. Хотя они, зараза, дорогие очень. Ну, в принципе, у нас там металл есть. Я думаю, штук 300 еще сможем сделать. Так, ну что, ночь скоро наступит. Так, давайте посмотрим, что у нас тут открылось, кстати. Так, у нас тут еще не хватает. На сумочку. Все остальное у нас уже... А, нет. Патрон. Давайте сделаем, пусть будет. Сумка. То есть нам еще... Два есть, еще 8 надо. Так. Металлическая броня, защита от жара. Ну, возьмем, пусть будет. Ракетница, ни хрена себе. Что на нее надо? Полимер, слиток полания. Ух ты. Слиток полания, порох. Ну, в принципе, нормально. Защита от холода. Стационарная ракетная установка. К этому сражению палов с помощью умения ручная работа, и они будут охранять базу, используя ракетницу. Ни хрена себе. Ну, нам особо это не надо. Особенно на нашей основной базе. О! На Стигоне есть этот. Прикольно. Прикольно. Еще 39 достаточно. Угу. Нормально. Так, ну что там, ночь? Блин, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть осталось. Ух, бля! Не-не-не, мужики. Вы не этот. Мне не нужны там. О, уже смеркается. Хорошо. Так, это у нас получается сколько? 89. За 90 дней, в принципе, мы вкачали... 50-го левел, но это с опытом 0.5 или 0.7, вроде 0.5. То есть, если поставить 1, это было бы гораздо быстрее. Ну, в принципе, нормально. Причем, если еще упороться именно в ловлю палов, а не просто бегать там что-то собирать и тому подобное. Я думаю, это можно еще быстрее сделать. Чтобы ловить, просто нашел кого-нибудь пала сразу же. Там 10 штук их словил. Нашел кого-нибудь другого пала, опять 10 штук словил. Так довольно-таки быстро можно опыт поднять. Ну что, скоро ночь, давайте. Еще чуть-чуть буквально осталось. Буквально чуть-чуть. Я надеюсь, что здесь что-то будет интересно. Так, что у нас? О, пистолет. Пистолет эпический. Вот это, кстати, хорошо. Вот это, кстати, хорошо. Так, что у нас здесь? Зарегистрировать. То есть мы 120 разных уже поймали. Ну, либо выявили. Либо поймали, либо выявили. Заку-аква. Самые жесткие остались еще. Ну, тут, наверное, вот из этих... Тут, скорее всего, будет... Где-то тут Форсталион, Джет Драгон, Палладиус и этот, Палладиус и Некромус, это вот 4, и тут я еще не знаю кто. А, скорее всего, вот этот будет там. Вот, Блазамут. О, кстати, нам надо сходить вот этих еще двоих грохнуть, посмотрим, осилим их или нет. Тогда можно уже будет думать тоже над каких-нибудь там.
Так, ну что, ночь настала? Да, все, ночь пошла. Смотрим, кто у нас здесь ночью обитает. Если никого интересного, значит просто улетаем. А ты чего это тут лазишь до сих пор? Ты чего здесь до сих пор лазишь? Что-то летающее есть? Нет. Что-то вообще как-то стрёмно. Вообще никого не. Ты свой только факел запалил, Буши. Ну все, значит, раз здесь никого нового нету, просто улетаем на базу. Мне вот интересно, действительно, я смотрел видео, то, что на дерево сейчас добраться никак нельзя. То есть там стенка, возможно, в будущем, может быть, в каких-то обновлениях нас туда пустят. Там будет какая-то еще новая локация. Так, а где? Что-то я чуть-чуть не туда лечу. Чуть-чуть не туда летим. Так, у нас он будет 45 уровня. Блин, а у нас только эти. У нас огненный будет очень хреново против водного. Ну, один раз, может быть, шмальнем этим шариком. Ну, водный против водного тогда будет. Я бы вот хотел бы Лилин поменять и, возможно, Анубиса на кого-нибудь другого. Так, водяная бомба, семенная бомба. Я хочу вот это взять. Так, о, душа еще появилась здесь. Так, это кто это у нас? Лиспанк. У нас вроде они собраны все. Лиспанки у нас вроде все собраны, да? Да. Так, ладно, тогда идем, идем, идем. Так как здесь ближайшая точка, чтобы поближе было, наверное, вот это. Будем пробовать, что поделать. Если не получится, значит мы еще слабы. Очень-очень слабы. Депресса. Но я в будущем точно поймаю их все по 10 штук. Чисто ачивка такая для себя. Найти и поймать всех. По 10 штук. Так, вот эти кости, он где-то здесь должен плавать. Блин, это еще на воде все будет. Хреново. И здесь глубоко, как я понял. Всего нужно будет на сушу как-то выманить. А где он? А, вот он. Чё, уснул? Уснул. Ну, извините. Тебе не повезло. Так. О, кстати, он нормально урона мы ему нанесли так. Я думал, будет вообще мало. Иди сюда. Ну, тут точно легендарная сфера нужна. Так, все, в атаку. Не-не-не-не-не. Опа. Бабах, че ж все так? Так, стоп. Вызываем тебя. Ну давай свой шарик. Бэм, бля. Так, ну-ка. Да я тебя оседлаю и тоже шарик юзану. Охренеть, сдох. Я охренею. Ну да, это, конечно, антистихия, но все же.
Ну не до такого же. Чтоб просто убить за один этот каст. Там 70% хп было. Что-то они тупят немножко. Не-не-не. Я не хочу, чтобы ты сейчас его грохнул. Давай вот так вот сделаем. Ой, все. Теперь добиваем вручную. В принципе, 45-х, значит, мы можем. Если не брать антистихию. О, бля! Да, если не брать антистихию, мы можем. 13%. Ну, ловим. И пойдем тогда еще на второго сходим. Все. Владыка морей, трудоголик. Что за владыка морей? Ну-ка. Что за... А, блин, мы не посмотрим. Владыка морей... А, все, я понял. Это будет, скорее всего, этот. Владыка морей, это будет у нас... Наверное, увеличение урона от воды. Да, водяного урона, скорее всего. Ну, значит, нам надо будет вот этому основному нашему Ермунтайту как-то еще сделать. Потом владыку. Владыку морей, свирепый, мистер Мускул. Ну и в идеале, наверное, счастливый либо... Нет, в идеале, конечно, легенда. Да, в идеале легенда, но это уже точно не сейчас. Ну, хотя бы он у нас есть уже, этот перк. Значит, этих боссов стоит тоже ловить периодически. Высокоуровневых, там 40 вот этих 5+. Бля, зачем я сферку легендарную кинул? Бля, бедняга, Ермунтайт. Как так? Как так? Так, стоп. Сейчас сделаем кое-что. Так, где там наша база? И вот я еще одно понял, то что, чтобы палы работали на базе, нужно находиться на этой базе. То есть различные такие вещи они могут делать спокойно без этого. Без нашего нахождения здесь. Но добыча руды, к сожалению, происходит только когда мы находимся на базе. И это все сделано для уменьшения нагрузки на сервер. А, стоп, что я хотел сделать? Я хотел сделать вот так вот. Так, где он у нас? И сейчас его отпинать вот сюда. О, все, спит. Ну, пусть спит. Так он хотя бы восстанавливаться будет. Так, что у нас здесь? Нормально. Добываем, добываем. Работаем, работаем, парни. Вот эту надо самому добыть, потому что не хватает радиуса. Так, сейчас наш этот Игнис восстановится, и пойдем еще на одного. Ну, странно, что Фалерис снес столько много урона. Ну, нанес ему столько урона, хотя он водный. Это просто антистихия. А вот этот Ермунтайт вообще ничего особо не сделал. Ладно, все, пусть пока собирается. Ну, что там?
Все, ты восстановился? А, у тебя только рассудок хреновый. Ну, давай тебя чуть-чуть, наверное, покормим, бля. Чтоб рассудок тебе восстановить. Все. Так, теперь у нас... Так, этих мы всех снесли, этих всех снесли. То есть у нас на этих основных островах получается все... А, о. Даже этот почему-то сейчас засчитало. Хотя мы его сейчас не трогаем. Давайте, подождите, я еще хочу еще одного такого же поймать. Я еще одного такого же хочу поймать. Почему его засчитало, если мы его не били даже? Не били именно вот этого. Так. Серфенты. А где наш большой дядя? А где дядя большой? Не понял. Или он либо там, либо там? Серьезно? Ха? Да. Получается так. Он либо в одном месте, либо во втором. Ну ладно. А я думал, он и там есть. Ну, ничего. О, кстати, нам надо сейчас на Райберда сходить. Нам нужен Райберд. Вот прикольно, но мне, например, даже сейчас как-то разонравилось это, то, что вот некоторые палы... Они выглядят такие, как надувные куклы. Тот же Jet Dragon, вот этот. То есть могли бы чуть-чуть как-то их изменить, сделать. Какие-то складки у них или что, ну, чтобы они хотя бы выглядели никак не надувные. Тот овечки реально прикольно выглядит, да и многие также палы. А вот это, ну, такое себе. Так, все. Ой, бля, взлетать. Так, 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 ну чё? Ой, бля. Погнали. Че, серьезно? Промазал? Так, надо будет действительно однозарядную винтовку сделать. И пойти, возможно, даже на башню. Дайте мне чертеж пистолета нормального. Нет. Только такой пока нам дали. И то не отсюда. Ладненько, возвращаемся на базу.
О, мамонторез. С тебя масло надо. Блин, а их тоже надо ловить. Может быть, тогда просто огнем похреначим вот так. Бля. Убило. Просто убило. Чё с тобой там стало? Ну-ка. Даже половина еще не прошла времени. Даже половина времени еще не прошла. Для винтовки. Оружейный. Так, а вот нам для этого. Так, где у нас? Помповая нет. Двухствольная нет. Вот, однозарядная винтовка. Вот она нам нужна. Делаем. И патрончиков сделаем немножко. Не, даже столько не надо. Вот так вот делаем. У нее урон просто бомбовый. Вот атака 1100. И заодно сразу испытаем на боссе. Так, в инкубатор вот это яйцо закидываем. Во, кстати, стоп. А пистолет мы сразу... О, мы можем такое сделать. Он сразу требует намного больше. Ага. Можно сделать? Не, о, не, 67 качества на масло пало, пошли нахрен. Так, проверяем. Это эти патроны хоть? Да. Это эти патроны. Так, что у нас здесь? Это... Пистолет, конечно же, мы оставим, чтобы был. Так. О, уже хватает на этот, на сброс. Уже хватает. Патрон для винтовки сюда. Хотя вот это металлическое же нам уже нахрен не надо. Получается так. Это сюда скидываем, это сюда скидываем. Так, что нам здесь надо еще? Что я сюда хотел скинуть? Вот это. Так. Вызвать бродячего торговца. Куда побежал там? Так, продать. Вот это продадим. Вот это продадим. И вот это продадим. Ну, это тоже можно, в принципе, сразу продать. Ой, блин, еще одну забыл продать вещь. У тебя что, ручной труд есть? Че, серьезно? Да ну нахрен. Серьезно, у тебя ручной труд? Так, что я еще? А, вот это я хотел еще продать. Что нам нахрен не надо. Так, медикаменты сюда. Пока нет. Чертежик. Это вообще просто выкинуть. В принципе, все.
Я готов. Так, пистолет починить. Это починить, это починить. Так, третья башня у нас находится вот здесь. И раз она в этой локации, я думаю, что здесь будет... Здесь будет все-таки огненные. А у нас только водяной один, да? Лилин вообще будет бесполезно. Потому что огненный ее просто уничтожит. Может быть, кого-то другого сейчас на время возьмем. О, водяная бомба, кислотный дождь. О! О! Так, вот, кстати, посмотрим, что за владыка морей. Водяной урон плюс 20. Вот, надо будет его точно переносить. Давайте пока вот так вот возьмем. Да, конечно, атака. Разница, вот то, что здесь есть. Свирепый мистер Мускул. 900 атаки, а здесь только почти 600. Так, забираем патроны. Забираем патроны. Так, тебе умираем уже. Лилин. Ну, она реально, она просто бесполезная. Да, то есть она может нас подхилить, но другого особо у нее ничего вообще нету. Все. Ну что, сколько тебе еще делать этот? Ракетница. В принципе. Подожди, это что у нас? Граффити ружье? Ха, а почему столько разных? Может, меч еще сделать? У него вроде урон больше, чем это, чем у копья. Почему не доделали патроны, Кто там голоден? Блин, Игнис вообще застрял. Как обычно. Ладно, все. Вообще не мешало нам, конечно, броню от этого сделать, от огня еще. Но я думаю, мы справимся. Если нет, ну значит нет. Значит, не повезло. Значит, нам просто не повезло. Так, а где вход? С какой стороны? Ух, так. Это есть. Ну чё? 50-й против... Башня Братства Вечного Пламени. Давайте. Чё тут ножкой притопываешь? Подожди. О, молния, что ли, здесь будет? Не, молния уже была. Реально молния, блин. Я думал, огонь. Чё, серьезно, блин? Полет Феникса. Ю-ху! Погнали. Бля, чё столько много хп у него? Ух ты, бля, зараза. Пипец, бля. Просто убил. Чё это за дичь такая, бля? Бля, не. Нахрен.
Не, это плохо, кстати. Пипец! Чё с уроном по нам тоже? Бежать, бля! Так, а сколько урона мы наносим? Ну, по 300, кстати. Нормально. Вот от этого точно их лучше убирать. Вот эта хрень убила моего Фалериса. Аксель и Орсерк. Не, что-то мне пока очень мало урона. А чё ты за мной бежишь, бля? Давай вот этого вызовем. Да что за хрень, бля? Почему так много урона по мне? Бам. Пусть хилится пока. Давай сделаем вот так вот. Не знаю, что там Анубис. Сколько ему урона нанесет. О, нормально, кстати. Три косарика нанес с прыжка. Ну, винтовка, кстати, мне нравится. Так, отзываем. Отзываем. Теперь опять призываем. Ты чё за мной побежал, бля? Урод! Ну, в принципе, мы почти половину... Бля, чуть-чуть отскочил он. Почти половину снесли. Если бы не обосрались в самом начале, я думаю, нормально было. Хорошо, что в меня это. То есть я могу от этого увернуться. Ой, хорош. В принципе, есть... Возможно, есть шанс его убить. Бля, вовремя этот отозвали. Я думаю, эта молния бы его убила бы. Хорошо, что в нас полетело, а не в Анубиса. Так, ну по времени мы точно успеваем нормально. Но я думал, чуть другой босс будет. Я думал, огненный будет. В этой локации. А не этот. А не молниевый. По идее, у нас в самом начале был молниевый. Ах ты! Чё так больно? Бабах. Оп, это он. Свою молнию кастует. Блин, Анубис, кстати, хорош против молнии почему-то. Очень хорош. Я не ожидал, что он будет настолько хорош. Так, давайте-ка тебя сейчас вызовем. Это молния. Ой, вода против молнии. Такое себе, но
Да, слабый удар. Ух ты, бля! Бежать, бля! 3,5 минуты? Не, мы точно успеваем. Пипец. Ну да, это антистихия. Я просто думал, что здесь будет вода, бля. Так бы я бы Лейлин бы оставил бы даже. А в итоге, блин, просто в минус мы ушли. Ай! Не, нам нужен ты, дружище. Нам нужен ты. Ух, увернулись еле-еле. Давай, Анубис. У нас 2,5 минуты, грубо говоря. Ты мне очень нужен. Ну, на боссов точно надо вот эту винтовку брать. Так. Убрали, отлично. Вовремя убрали. Бля, стан. Сейчас главное не сдохнуть самому, бля. Вот просто не сдохнуть. Так, только не... Ой, хорош. Ух, успел. Нет, нет, не умереть, блядь. 3000 осталось. Только ресурсов было потрачено. Ух! Еще и достижение Властелин Вулкана. Хорошо. Анубис, ты красавчик. Просто нанес почти весь урон. Фух. Это было жестко. Это было очень жестко. Так, еще раз на эту базу отправимся. Где она у нас тут? Нам надо птичку восстановить. Ну, ты голоден, хорошо, ты кушай. Так, Фалерис вызвать. Где он у нас? Блин. Дотащим его или нет? Сюда. Что он как-то пропал в текстурах. Все, спит. Отлично. Легкое ранение. Ну, а ну без красавчик. Просто красавчик. Почему у вас рассудок такой маленький, я не совсем только понял. Ух! Так, раз у вас такой рассудок маленький. Берем, так, стоп. И сразу же тебя в ванну садим. Ты что сделал? А, все, ты в ванне сидишь, кайфуешь? Нет? Нет, он не хочет кайфовать в ванне. Ну ладно. Тогда пусть так рассудок себе восстанавливает как-то. Или давайте их просто выпустим сейчас реально сюда. Пусть они как-нибудь восстановят себе рассудок.
Нам надо... Это мы сами покушаем. Ну, кстати, мне понравилась винтовка. Мне очень она понравилась. Так, проверяем меч. 525. Прочность 500. 450. Ну да, она получается лучше. Делаем еще патронов к винтовке тогда. Пусть делаются патрончики. Угу. Ну, нападение вообще нам нахрен особо не надо. Вернее, они нам ничего не сделают. Хорош. Так, копье. Ну, нет, не сюда. Копье вот сюда. На штурмовой винтовке. О, кстати, надо сейчас проверить, сколько по таким вот палам будем наносить урона. Ну-ка. Вот 39 рептира. Сколько мы ему урона нанесем? 200. Ну, неплохо. Да, я доволен. Все. Винтовка точно крутая. Че там по вылуплению? Нет. Ну что, вы хотя бы чуть-чуть этот... Восстановили мне все, что надо. Так, забираем вот это. Забираем. Нам надо здесь сделать еще вот этого. Так, делаем 80 штучек. Что с вашим там рассудком? Покажите-ка. О. 55. Все, ну ты вообще нам не нужен. Ты спишь. Блин, Анубис, у тебя рассудок один. Пожалуйста, давай в ванну. Вот. Просто отдыхай. Бля, он побежал что-то делать. Ой, бля. Просто не хочет. Ты чё завис тут, блин? Так. Ну, Анубис красавчик, все. Я думал тебя на кого-то поменять, но не будем этого делать. Нам нужен еще кто-то хороший. Возможно. Попробовать либо Грисболта, либо Орсерка. Грисболты есть хорошие у нас тут? Мистер Мускул, здоровяк, свиреп. О! Но он, блин, не раскачанный. Вот это минус. М-да. Он у нас не раскачанный.
Так, а если сейчас вот так вот. Стоп, где ты? Стоп, не работать. Ни в коем случае не работать. Иди просто отдыхать. Все, спи. Блин, не хочет он спать. Побежал работать. Не, работать мне не надо. Мне надо, чтобы ты отдыхал. Так. И кого еще одного мы возьмем? Опять ты застрял. Блин, вот это, наверное, надо будет куда-то перенести, блин. Потому что они здесь постоянно застревают. Еще базу я не могу из-за тебя, блин. Пошел нахрен отсюда. Что ты здесь, блин, это? Еще специально опять сюда подходит. Так, все, берем по уровню. Кто нам тут еще может пригодиться? Огненный урон. У нас огненный есть. Природный. Каменный. Так, каменный у нас тоже есть. Нам либо финглопа взять, либо... Нет, ладно, берем тебя. Оставляем. Оставляем. Так, какие у нас сейчас планы могут быть? Пистолетик. Так, 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 так. Что у нас тут по ресурсам? Надо слиток полания сделать еще. Блин, сколько? 400. Руды уже мало. Ну ладно, пофиг, делаем. Ни хрена себе нашу броню покоцали. Так, ну, в принципе, все. Там мы были. Давайте сейчас еще раз этот остров проверим, и потом еще раз этот. Если там вообще ничего не будет, тогда начнем исследовать просто пустыню. Тогда просто идем исследовать пустыню. Так, где он у нас? В какой стороне? А вот. Из-за тумана просто ничего не было видно. Давай, давай, лети быстрее. Так, тут у нас тогда были юрмунтайды. Да, здесь были тогда юрмунтайды. Что у нас сейчас здесь будет? О, цветочки еще восстановились. Вот этот, блин, мне уже бесит их столько. А, то есть ничего не поменялось, да? Хотя бы цветочков соберем. Хотя бы соберем цветочки. Кинпака, ну да, ничего не поменялось. Все. Все то же самое. Просто я видел, у кого-то на этих островах есть гризболты. И у кого-то есть еще один палуд, который я хочу потом вывести. Это Shadow Beak. То есть это очень топовый пал. О! А вот этот мне нужен.
Ты мне нужен. Ой, больно. И камень разломал. Ни хрена себе ты дал. Где у тебя голова? Я же в голову попал. Ладно, легендарную тогда используем, если не словим его. Легендарный 31%. Ни хрена себе. Чё? 5 штучек только поймано. Ну и ладно. Всё, здесь, значит, у нас ничего нового не появилось. Как они были, так же и остались. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Чё я раньше эту винтовку не брал? Я думал, она какая-то хрень. Но оказывается, она нормально так урона наносит. Так, еще раз, значит, сейчас проверяем это. Что у нас на том острове? Если ничего не меняется, значит, идем вот отсюда и начинаем открывать карту. И попутно ловим новых палов, если будем встречать. Просто странно, у кого-то реально есть вот тут на этих островах Shadow Beak. У меня его нету. От чего это зависит? Ой, туман поднялся. Нет, у нас ничего не поменялось. К сожалению. Просто бесполезные палы здесь. Обидно. Досадно. Но ладно. Значит, идем исследовать пустыню. Так, где телепорт? Где у нас телепорт? Блин, из-за тумана, из-за того, что еще ночь, вообще ничего не видно. Ну вот этот телепорт. Так, отправляемся сюда. Так. В принципе, мы можем отсюда начать исследовать. Да. Ой, холодно стало ночью. Чего? Реально ночью тут холодно. Ну хотя это да, логично. Там в пустыне действительно есть такая фигня, то что днем жара, а ночью очень холодно. Так, когнито, я не помню. У меня вроде бы
Ой, 1%. 6%. Значит, ультрасфера, что ли, нужна? Ты чё, блядь, тут делаешь? Сейчас проверим, он нужен нам или нет. Да зараза ты, ловись. Ну, издевается. Сейчас Фалерис еще моего грохнут. Все, словился. Найтвинги спят. Нет, значит, мне они не нужны уже эти. Робин Квилтера. В принципе, нет. Мы уже одного поймали, даже несколько. Все. Будем искать только новых палов ловить. Диносум Лакс у нас тоже уже пойман. Эти нам не нужны. Статуи. У нас и так хуже с перебором. Блин, ночи вообще ни хрена не видно. О, лавандер здесь ходит. Блин, они так прикольно выглядят. С этим сердцем на груди. Любители обнимашек. Уэть! Что это за поза? Уэть! Прикольно. Ну, лавандер у нас есть, мы их поймали. Вроде одного или двух, когда это было нападение этих любвеобильных палов. Попрыгунчиков, блин. Так, что у нас здесь? О, как тут остров заворачивает. Нормально так. А новенькие какие-нибудь здесь будут? О, яйцо. Причем большое. Что это же... Ой, зелененькое, да? Да. Судзаку мы тоже поймали. Не, по 10 пока ловить их не будем. Лучше это оставим на потом. Когда будем чисто прокачивать наших основных палов. О! Так. Ключики, ключики, ключики. Так, здесь у нас какая-то страничка. Нет, еще ночь, кстати. Так шагает прикольно. За счет вот огненного пала. Нам это даже не страшен холод тут. Но, например, днем уже, наверное, лучше маечку охлаждающую одевать. В общем, у нас две майки. Этих. Ой, жара сразу же. Вот так вот. Хотя, по идее, вот это странно немножко. Немножко странно. По идее, раз жара, нам нужны охлаждающие майки. Дази. Ну, это логично, как бы было бы. Жара, значит, нужна охлаждающая майка. То есть, этот...
Майка синего цвета. А в холодных локациях, наоборот, нам нужно тепло, поэтому должна быть майка, которая дает нам тепло. Именно красненькая. А тут как-то наоборот чуть сделано. Так, что тут? За кусочек острова. Еще Судзаку. Ну, нам Судзаку не нужен. Мы его уже словили. Так, что у нас здесь? Найтвинги. Райхаунды. Нет. Ни те, ни другие нам не нужны. Ну, яйцо соберем. Вылупим это. Пал будет на продажу. Еще Судзаку. Что тут их много? Ты что спишь? Уже день начался. Или ты этот? Ночной. Днем спишь, а этот ночью бодрствуешь. Сундучки. Вот сундучки мы точно собираем. Там могут души пала попадаться. Так. Еще яйцо. Собираем. Эти вообще что-то на дереве дази делают. Так, ну что мы? Ни хрена себе этот остров куда уходит, бля. А мы так долго его будем открывать. Реально очень долго будем открывать. Чем мы сундук не подобрали? Серебряный ключ. Ключики тоже нужны. Еще один сундучок вон. Тут круче. Тут душа пала есть. Все, возвращаемся. На этой локации должен быть, вроде, судя по карте, этот босс легендарный. И вот мне просто интересно, сколько будут наносить урона мои палы ему, сколько я буду ему наносить. Просто проверить. Хотя его надо еще найти. Он где-то там вообще сверху по карте. Идеально. Средняя душа. Ни хрена себе здесь сундуков. Так, даже слезем, чтобы его собрать. Ну, пока только однотипные палы. Вот то, что мы видели здесь в самом начале, и все. Больше ничего нового. Яйцо. Сюда. А, бля. Да уберите вот эти, блин. Что? Кто-то использует красную ягоду, кто-то там что-то прерывается на работу. Ну, неинтересно это знать.
Но это не вообще бесполезная информация. Ладно, когда мы на базе еще находимся, это одно дело. Но вот когда мы здесь летаем, ну зачем мне вот это знать? Зачем? Так, это что за остров еще тут какой-то небольшой? Может, здесь что-то есть? А, сундук. Только сундук. Блин, было бы, не знаю, там, например, какого-нибудь торговца там редкого. Типа карту от... Какая-нибудь херня, чтобы открыть карту. Например, там, я не знаю, за 100 тысяч монет. Блин, яйцо. Ай, ладно, не пойдем уже за ним. Ой-ой-ой, это что за... Например, платишь действительно ему там, например, 100 тысяч монет, и он тебе там открывает, например, целый этот вот остров. Все, что рядом с ним. Либо, например, какую-то, например, вот эту часть. Просто, чтобы было открыто. А то оно так черное там все. Мне, например, не нравится. Возможно, когда-нибудь я просто возьму и полечу и открою все. Чтобы ничего вообще черного на карте не было. Так. Блин, ну, реально. Я надеюсь, в будущем это поправят. Все чуть-чуть даже уже начинает бесить. Эти оповещения, кто что там сделал. Опа, и сундучок, и душа пала. Хорошо. С кем вы там воюете-то? Полегче там. Так. Раз. Раз. Душепала по-любому подбираем. И сваливаем. Чего вас тут столько много, бля? На каждом шагу вы тут. Блин, реально на каждом шагу. Тень. Даже тень нормально нарисовали. Во многих играх она и то хуже выглядит. Чем в более дорогих играх. В которых потрачено там, блин, десятки, а то и сотни миллионов. Тут игра за сколько вроде? За 6,5 или 7 миллионов. И такое уже. Зараза, бля! Пошел нахрен. Просто пошел нахрен. На каждом шагу они здесь. Что за бред?
Блин, ну остров реально огромный. Если он куда-нибудь сейчас еще вот так вот уйдет, то будет вообще жесть. Но нам получается сейчас что? Крыть острова до конца и уже начинать развиваться, чтобы этот... А вот они, ёпта. Девять КХП. Вот сколько мы ему нанесем урона? 5? Чё, серьезно? Ух ты, бля. Не, сваливаем нахрен. Если с винтовки этой мы 5 урона наносим. А что будет с этого? С пистолета один. Тут, наверное, надо этот на них брать, ракетницу. По-другому никак. Да и мне кажется, на него пока рано идти. Надо палов хотя бы до 50-го докачивать. Потом уже можно что-то думать. Так, сундуки точно нужно брать. В них души пало. По идее, мы можем потом даже использовать вот эти души пало, улучшить наших. А когда более крутых найдем, просто сбросим это все. Там вроде есть сброс. А так хоть они чуть-чуть усилятся. Там можно будет поднять атаку. Хотя бы там на сколько? Вроде на 30% еще поднять. А это очень даже таки много. 30%. Если он, например, мой этот... А, это, блин, я думал, это какой-то новый пал с спины. Если Йормунтайт, например, наносит там 4000 урона своим этим шаром, то подняв ее на этот... На 30% атаку, по идее, он будет плюс 1200, грубо говоря, наносить. А это очень много, 1200 урона. Так, сундук. В инвентаре нет места, охренеть. Удалить. Удалить. 30 батонов. Вот это тоже удалить. Все. Отправляемся дальше. Так. Все, яиц особо брать больше не будем. Только если эти огромные будут. Либо большие. Мелкие уже точно нахрен. Да, что-то уже новых палов вообще нету. Ну, хотя у нас тут уже и этот. Так, зарегистрировано. Это тех, сколько мы поймали. А видели мы уже 129. Нет, это мелкое яйцо. Блин, какой же здоровый остров.
у нас по ключам? Взлетаем. На взлет. Полетели, полетели, полетели. Ух ты. А, там зима. Конечно, нормальная такая смена этот погод. Здесь этот пустыня, жарко, блин, и буквально чуть пролетаешь, потом херак, сразу же зима. Опа, сюда надо. Там большое яйцо, вот его берем. Такое точно берем. Да стой ты, куда ты? О, у нас даже огромное есть. А, это огромное, а не большое. Это вообще отлично. Куда ты, блин? Сколько мы уже средних душ насобирали? 33, неплохо. Ну да, потом проверим, кстати. По поводу этого. Закинем, например, одну душу и посмотрим, сколько... Опа. Серебряный ключ потратили. Сколько надо будет и чего, чтобы сбросить эту душу? Если их спокойно можно будет сбрасывать, ну, значит, прокачаем своих палов. Которые пока у нас временные. По-любому это не конечные наши палы. Потом будет лучше, когда мы хотя бы одного легендарного поймаем. В инвентаре нет мест. Чертеж пистолета, металлического шлема, да нахрен. Тем более, что у нас есть фиолетовый чертеж. Так, где мы же? О! Так мы уже почти весь остров так открыли по контуру. Это даже очень хорошо. Вот этот Палладиус с Некромусом. Ну ладно. Когда-нибудь мы его точно грохнем. Я в этом уверен. Взять, блин, ракетницу. Взять пару этих. Пару сотен снарядов. Хотя они и дорогие, но все же. Думаю, мы их одолеем. Только главное, как-то там, блин, надо... Спулить их так, чтобы они не вдвоем были, а поодиночке. Надеюсь, это можно сделать. Блин, вот примитивный патрон. Зачем он здесь? Он вообще сейчас не нужен. Эта локация уже довольно-таки высокоуровневая. Даже не довольно-таки, а реально высокоуровневая. А этот примитивный патрон... Уже давно не используется. Зачем он вообще здесь падает с этих сундуков? Это что такое? А, яйцо. Не, мелкое яйцо мы не будем брать. Все, карта практически открыта.
Этот патрон, да что за... Уже ж бесить начинает немного. Всё. Так, вот здесь сейчас откроем, чтобы вот это черное, этой херни здесь не было. Что не нравится мне это. Все, идеально. Остров у нас получается полностью открыт. Так, только у нас что-то телепортов здесь мало. Надеюсь, где-то здесь еще есть. Не может же быть два телепорта на всю карту. Нет! Не долетел. Думал, успею. Потом вот эту откроем. Так, телепорт где-нибудь здесь рядом есть. Отсюда потом будем. Ладно, давайте вот эту сейчас часть откроем. И будем надеяться, что там есть тоже телепорт. Оп, не туда полетел. О, еще какой-то город здесь. Или это... А, это наш основной. Это наш основной город. Ну, кстати, вот там вот будет телепорт возле башни 100%. Даже не 100%, а, я думаю, 200%, что он там будет. Сундук. Давай, мне душу пала. Ха. Еще сундучок. Хорошо. Больше сундуков. Богу сундуков. Не, вот эти не очень сундуки фиолетовые. Обычные намного лучше. Там хотя бы душепала попадаются. А здесь сферки, золото и жрачка. Так. Давайте с этой стороны начнем. Душа. Ой, дерево еще с фруктами. Что-то не подобралось. Так, нам надо тогда место освобождать. Так, ну вот эти, значит, будем убирать. Желтых у нас яиц слишком много в инвентаре. Да чтоб тебя, зачем ты слез? Много угля. Хотя нам зачем тут уголь? У нас уже есть места, где мы уголь можем добывать, в принципе. Сундук. А не, все-таки сундук. А чё, где душа, блин? Мне нужна была душа. Это какое мелкое яйцо или... Или не, это мелкое. Бесполезно, братья. Сундук. Пошел нахрен, пулеметчик, бля. Ты чё творишь, бля? Урод.
3%. Так, сундук сначала заберем. Да, бля. Чё, уголь? Уголь нам не нужен. А вот сундук нужен. Чё тут зеленые эти сферы делают? Зачем они? Места нет, это для этого нет места. Котина. Развелось что-то вас тут. Ого-го, сколько. Странно, что эти пулеметчики как-то вот когда наносят урон, сбивают. Или это когда они этот попадают в голову, типа. Скорее всего, да, так и есть. Когда они попадают в голову. Получается, сбивается полет нормально. Опа! Что это у нас тут? Диносум лак 47-й. Не. Пока мы сюда не пойдем. Хотя я уверен, что мы его одолеем. Блин, не в ту сторону уже полетел. Не туда чуть-чуть. Еще одни какие-то кости. Интересно, чьи это? Ну, по размерам это реально получается, что типа Йормунта это что-то. Что я не представляю, что может еще больше его быть по размеру. Пока самый большой, что мы видели, пал, это Йормунтайт. Пулеметчики, блин. Ух ты ж, сколько здесь сундуков. О, красненький, это на серебряный ключ? Да. Опа. Нет места. Ладно. Удалить это. И удалить, что еще мы удалим. Давайте вот такое еще яйцо удалим. Посмотрим, что у нас там. Чертеж металлической брони, примитивный патрон. Такое себе. Я думал, там что-то поинтересней. Оазис. Вижу сундук. Вот если игра еще вот в раннем доступе, блин, там какой 0.14 версии. Представляю, что будет, когда она выйдет уже в полный доступ. То есть будет, например, версия 1.0. Сколько тут еще реально можно всего добавить? То есть место тут, например... Например, вот еще для какого-нибудь острова. Здесь, я думаю, тоже какой-нибудь кусок есть. Причем даже эту можно карту еще расширять. Ну, думаю, по-любому что-то еще будет. На этом они точно не остановятся. Я думаю, спокойно можно повышать кап левела, когда, например, вводить там новые острова. Сейчас 50-й сделать, например, потом 55-й, либо вообще 60-й.
Через какое-то время там еще что-то новое, какой-нибудь остров добавить и сделать еще выше кап. Спокойно тут можно, блин, я не знаю, какого-нибудь до сотого, наверное, поднимать. Да, конечно, неизвестно, какие там уже постройки придется делать. Но все же. Ай! Подбили меня. Подбили. Сундук, душа. Еще один сундук. И все, получается, теперь мы возвращаемся. Так, где у нас ближайший телепорт? Вот это, да? Хотя, с другой стороны, просто летим вот в эту сторону. И все. Просто летим туда. По пути еще захватываем сундуки. Нам уже действительно даже вот эти гигасферы и террасферы особо даже не нужны. Только если там на каких-нибудь лоу-левелах мы будем ловить их, покемонов. Блин, покемонов. Тьфу ты, палов. Вот там можно еще их использовать. А так уже только ультра и легендарная. Может где-то, ладно, еще террасфера может где-то понадобиться. Я думаю, еще можно еще... Где-то на палов 20 левела спокойно можно использовать еще террасферу. Там у нас, получается, обычные слитки металла нужны. На ультра уже второй слиток. А на легендарную третий слиток. Ай, больно. Блин, я сейчас шмальну в ответ. В голову. Главное, чтобы разработчики действительно не забросили. Что вот просто не забросили игру. Так как у них уже была похожая игра. Причем они сейчас какую-то еще там разрабатывают, который тоже может выстрелить. Но вот прошлая ихняя игра в этом жанре людям почему-то не очень зашла. И они так ее и не вывели с раннего доступа. Но это, блин, должна по-любому. Она уже стрельнула так. 2 миллиона 100 вроде человек. Единовременно онлайн. То есть, если они это забросят, ну, они будут немного глупыми. То есть, такое точно нельзя забрасывать. Блин, сундук еще один. Да, там есть телепорт, отлично. Где сундук? Так, ну сюда мы точно уже не пойдем, блин. Если нас в прошлой башне чуть не расхреначили. Представляю, что здесь будет. Вот мне только интересно, какого типа здесь босс. И я все-таки до конца пока не понимаю этот. Почему опять был электрический? То есть первый был тоже электрический, второй был этот. Второй был природный тип. Третий могли бы, не знаю, какой-нибудь там водный. Хотя нет, локация огненная. Вот тут могли бы действительно сделать огненный тип босса. О, огромное яйцо. Огненный тип босса. Например, здесь в пустыне могли бы сделать, я не знаю, какой-нибудь, например. Какой можно тут сделать?
Темный какой-нибудь, к примеру. Да, наверное, какой-нибудь темный. А в ледяной уже там сделать. Либо водный, либо ледяной. Типа босса. Ну, просто как-то тупо, что у них опять повторилась эта стихия босса. Так. Упс, не в ту сторону. Блин, еще было бы хорошо, чтобы можно здесь было этот. Чуть-чуть камеру отдалить. Хотя, может, оно и есть, я просто не знаю этого. Ух ты! Высоко. Очень высоко. Ну и правильнее было бы добавить, чтобы вот с большей высоты как бы больше карта открывалась. Например, в некоторых играх такое есть. Если ты по земле вот так вот летишь, карта открывается слабенько. Взлетел повыше, тогда карта открывается больше радиусом. Скоро ночь. Так, что у нас? Чуть-чуть сюда. Еще и сундучок здесь. Но я, кстати, доволен, то, что мы уже 45-го босса смогли победить. Да, конечно, он ваншотнул одного из наших палов. Но это так было чисто случайность. Так, голоден, да. О, 50 этих. Кушай, родимый. Шеда, огненную птицу кормить хлебом. Так, это что тут за босс? Ну-ка, ну-ка. Так, сейчас. Откроем до конца тут. Посмотрим, что тут за босс. О, это ж этот скорпион. Минастинг. Подождите-ка. А я хочу даже сейчас на него напасть. Я думаю, мы его одолеем. Я думаю, мы его одолеем. Если мы 45-го этого одолели. Хотя нет, не будем мы его сейчас трогать. Я думаю, на потом оставим это все. Да. Ну то, что должны мы его расхреначить, это точно. Какой он у нас тип? Так, где он у нас тут? Где он у нас тут? Вот он у нас. Минастинг. Тьма плюс земля. Ух ты. Блин, красавцы. Поймать бы, конечно, круто было бы. Но не с таким уроном, как у нас сейчас. Если винтовка 5 наносит. Ну ладно, в голову будет 10. Но это все равно очень мало. У них там 9 КХП, блин. Одному вроде там 8900 с копейками, другого там 9900 с копейками. То есть, грубо говоря, 9 и 10 тысяч ХП.
Очень много. Чтоб ту же 1000 урона нанести, это сколько-то? 100 патронов надо? И то это 100 патронов, чтобы попали еще мы ими. Там же по-любому будут моменты, когда мы там промажем и тому подобное. Поэтому это жестковато. То есть, грубо говоря, под косарь патронов надо будет потратить. Но с другой стороны, мы всегда можем сделать ракетницу. Я думаю, там будет где-то уже не по 10. Может, где-то по соточке будет наносить. Ну, по идее, должно, потому что вроде обычный урон написан на винтовке. Сколько там, 1100 или? Да, 1100. На ракетнице вроде написано 10 тысяч. То есть в 10 раз больше. Ну да, получается, мы где-то будем наносить от 50 до 100 урона. А это уже получше. Это уже нужно будет не 1000, а 100 снарядов. Блин, а их там 2, значит. В 2 раза больше надо снарядов. Так. Ну, практически уже открыли эту локацию. Так, новых палов мы не встречали. Можно, вот, интересно, убьем их всех или нет? У-ху! Ну, большую часть победили. О, по 3000 опыта. Нормально. Что, все, больше этих не будет? 4. Всего лишь 4. Точки телепорта. Маловато. Для такого здорового острова. Я думал, поболее будет. Ну и останется нам открыть еще один островок. Летим, летим. Что-то как-то в этой пустыне очень много оазисов. Прям нереально их количество. Обычно в пустыне там один, ну ладно, там, блин, ну два. Песок, 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 все. Больше ничего. Тут на каждом шагу. Так, чуть-чуть сюда еще. О, блин, падаем сейчас. Уи! Полетели вниз. Че это ты? Лег спать только, когда я этот подлетел к тебе. Так, душа. Сундук. Еще душа. Мы ее подобрали хоть. Ну вот реально, ну зачем тут эти сферы? Ну они реально нахрен тут не нужны. Зеленые. Если это вторая сфера, каково мне тут этой сферой ловить? Я думаю, там, блин, будет любого тут пала, кого не возьми, тут будет процент 0 просто.
Либо 0.1. Все, последний кусочек карты. Опа. Опа. Судзаку, босс. Прикольно. Потом тоже повоюем с ним. В каком-нибудь видео отправимся. Чисто вот по этим палам. Высокоуровневым. Легендарных, конечно, мы трогать не будем. Типа Палладиуса с этим, со вторым. Джедрагона еще где-то тут есть. Фрасталион вроде как. Их трогать не будем. Но остальных я точно хочу грохнуть. Все. Карта у нас открыта. Ладно, вот этот еще сейчас кусочек откроем, но что мне не очень нравится. Еще душа. Так, куда? Вот в эту сторону. Откроем еще тот кусочек. Какой же он быстрый. Наш этот флай. С двумя пассивками. Ему нужно еще третью пассивку. А лучше и четвертую, легенда. Но, чтобы ее получить, то нужно кого-то из этих четверых будет поймать. А на данный момент, я думаю, это пока нереально. Так, 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 так. Летим еще сюда. Все, почти, почти, почти. Все, теперь красиво. Тут все. Теперь вот так вот. На тот телепорт и на базу возвращаемся. А, сначала нет. Сначала слетаем на вторую и третью нашу базу. Потом только заберем ресурсы и потом на основную. Добудем там сразу железо, все вот это. Так, где наша это? Так, вот вторая база. Нет, все-таки сначала сюда слетаем. Что у нас по яйцам? О, уже вылупились. Хорошо, сейчас заодно эти зарядим. Посмотрим. Райхаунд. Ну-ка, это астигоны все. Есть какой-нибудь хороший астигон? Только умелый бегун и садист. Садист это плюс 10 к атаке. Свирепый плюс 20 или плюс 30 к атаке. Плюс 20 вроде как. Мистер Мускул, умелый бегун. Не, нам нужен мистер Мускул плюс этот. Плюс какой-нибудь садист или что-то в этом роде. О, свирепый плюс мистер мускул, значит, надо. И пока что-то вообще ничего толкового нет. Мягкотелый. Это, наверное, минус броня.
О, свирепый мистер Мускул. Отлично. Все. Так, заряжаем наших этих. Блин, 2 часа. А эти на частные. А, нет, 40 минут. Легендарный отряд браконьеров. А мне как-то похрену. Блин, стенка разломалась. Надо построить. И со временем тут ломается за счет того, что за картой находится. Ну, ничего страшного. Переносить базу мы точно не будем. Ради этих пару миллиметров. Сейчас заодно посмотрим, кто у нас там. Наверное, эти. Пулеметчики и тому подобное, да? Да. 39 уровня. Ой, бля! Ой, бля! Давайте разок шмальнем. Бам! 700. А, нормально, кстати. Нормально, кстати. Давайте еще даже разок ударим в них. Получайте, мрази. Ох ты! Откисли. Бух! Не попал. Блин, что ты там дергаешься? Да что за... Конечно, надо, чтобы им еще интеллект чуть подняли. Чтобы они вот так вот не стояли. Не хоть что-то, чтобы делали. Вот если даже они не могут попасть, ну... Я не знаю. Кстати, было бы вообще прикольно, вот... И... Ладно, палы это одно, например, вот они. Чтобы они, например, могли карабкаться. Это вообще было бы топовая вещь. Чтоб ты так сидишь на базе, потом херак, блин, они взяли, скарабкались. Так, что у нас здесь по еде? Смотрим. 700 есть, неплохо. О, гранаты. Ха. Так, 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 так. Нам надо... патронов больше сделать. То есть винтовка это мне понравилась. Так, вот 1000 патронов делаем. Все, здесь ничего особо нам не надо. Чертежи не нужны. А вот эти сейчас проверим сюда. Не лезут. Сюда нормально. А нет, вот есть еще чертеж. Так, примитивный патрон сразу же. Пора выкинуть просто. Уху! Ракетный снаряд! Ничего себе! А вот это хорошо. Потом используем. Так. Это убрать отсюда. Это убрать отсюда. Это очень хорошо. Гранаты тоже сюда. Сколько они урона? 750. Маловато. Но это по области, скорее всего, урон будет. Это, думаю, да, будет урон по области. 50 сфер насобирали этих. Сколько душ тоже нормально так. Так, только вот так вот надо сделать. Раз, раз, раз. Давайте действительно улучшим своих палов. Ух, сразу четвером прибежали. Ха! У нас вот это пока основные по урону.
тебя. А нет, стоп, не то, не то, не то. Нам вот так надо. Максимальные очки здоровья, атака, защита, скорость работы. Ну, будем вот это улучшать. А. Так, давайте вот сейчас усилим. 3%. А сброс сколько стоит? 1000. Подождите. 3000. Ох, ни хрена себе. А это очень много можно будет потом потратить на этот. О, теперь идут фиолетовые, да, души. Угу. Блин, легендарные уже не будем использовать. Сколько сброс стоит? Ну, 28 тысяч, ладно. Легендарные уже души не будем использовать. Так, теперь тебя улучшаем. Почему у тебя улучшается этот атака? Мы ж не тебя апаем. Мы же апаем этого. 1300. Охренеть. 1300 атака. Ну и вас тоже, блин. Так, питали. Вот Лилин не будем трогать. Что я ее ближайший этот буду менять на кого-нибудь. Ну, тебя давай тоже улучшим. А давайте вам еще хпшечку увеличим. За вот эти души. За первые. Да, вот так вот. Что у нас их все равно до хрена. Сколько там уже сброс стоит? 38 тысяч. Все, и Фалерису тоже. Ладно, гулять так гулять. И защиту сразу. Души все равно есть. Даже вот так сделаем. До 15. Даже вот так сделаем. Вот плохо, что каждый раз надо тыкать. Например, вот выбрал, было правильно. Выбрал, и все, и просто усилить, усилить, усилить нажимаешь. А не каждый раз так выбираешь. Блин, было по 200 каждых. Этих даже больше было. За 300 вроде как. Ну все, в принципе. Лилин мне не нужна. Да, Лилин мне не нужна. Надо подумать вообще, кого можно с собой так взять. Просто пока на прокачку взять. А, кстати, стоять, стоять, стоять. Я кое-что хочу сейчас сделать. Так. Мне нужен один пал. То есть, вот, есть один пал.
Хотя нет, 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 нет. Нужно будет потом в Стигон сходить, посмотреть. То есть, суть в чем? Мы можем сделать вот одного хорошего очень пала. Shadow Beak — это птица, у которой там есть одна специальная атака, у которой вообще больше ни одного из палов нету. Причем он вроде темный. То есть урон у него хороший довольно-таки. Но нам нужен будет хороший Астигон, типа... Сейчас, где тут есть какой-нибудь хороший? Вот, типа такого. И только попробовать вот этого Астигона нашего скрестить вот с этим, у которого будет плюс урон к темным обилкам. И потом нужно будет его Астигона, которого мы получим, скрестить вот с Кицуном. Вот с таким свирепым мистер Мускул, к примеру. И плюс Астигон. И в итоге у нас выйдет Shadow Beak. Но это уже не сейчас. Кстати, улучшение базы. Я думаю, потом они тоже точно добавят еще. Это в будущих обновлениях по-любому должно быть 25-й, к примеру. Да, 25-й. Кап уровня больше. Не 50-й, а, к примеру, 60-й. Думаю, что да. Так, сейчас надо подумать, кого мы можем реально взять к себе еще. Так, по уровню. Можно его, кстати, взять. Блин, нет. Не очень маленькая эта атака. Маленькая очень атака. Нам бы взять кого-то другой стихии. То есть у нас вода есть, вода-молния. Огонь-молния есть. Земля есть. Ну, природа мне нахрен не нужна. Тут еще огонь. То есть нам бы взять кого-нибудь либо темного. Либо... Так. Шимбури. Кто у нас тут еще есть такой? Хотя нет, остальные тут уже слабенькие пошли. Да, остальные уже слабенькие пошли. Вот темные есть, но блин. Причем мистер Мускул еще. Нам бы кого-то действительно взять еще другой стихии. Счастливый мистер Мозг. Блин, у этого даже... А, нет, атаки меньше. Ну, хотя он уровень намного меньше. Ладно, пока никого не будем брать. И так сойдет. И так сойдет. Ладно, ребят, на этом закончим. Неплохо сегодня так пролетелись. Смогли убить тоже Ермунтайда. Закрыли, наконец-таки, третьего босса башни. И открыли еще один высокоуровневый остров. Увидели, наконец, легендарного одного пала. Которую я не знаю, как мы будем, конечно же, потом побеждать. Посмотрели этот остров, третий, запретный, на котором мы вообще особо ничего так и не заметили нового. То есть все старые палы, ну, как-то странно. Может быть, после выхода из мира оно что-то обновится. Но пока ничего особо такого нету. Ладно. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.